Мы просто гуляем по кораблю. Вот устрицы лежат, шампанское налито. Хорошо. Да. Ну, мы решили на Вервилье найти немножко, вот до чего докопаться. Вот до чего вообще можно докопаться на Вервилье? Мы решили, что много до чего можно докопаться, да? Вообще все идеально. Где моя вода? Особенно сегодня мы ходили. Смотри, вода у них хорошая, вода, вот пойдет. По седьмому. Вот закрыто. Ну, видимо, вчера было открыто. Или завтра откроется. Джелато, вон, я вижу надпись. Джелато. Да вон джелато. Убрали уже джелато. Вон я иду. Иду такой по кораблику. Ой, хорошо-то как. Ладно, чё, завтра это, бухать целый день, потом Париж. Чё, жить можно. Проживем как-нибудь. Ну, уже звезды включили. Новая тема — звезды. Вау! Есть па? Пап? А, он пап. Ну, пойдем в пап, что делать-то? Ох, во мне уже коньяку немерено вообще. Время всего лишь 12 час. А во мне уже столько коньяку. Уютно так, на самом деле, вообще прикольно. Кайф такой вообще. Дети у меня... А где у нас дети, кстати? Тадж-Махал. Девочки, а где у нас дети? У вас есть дети? Вы... Да, вы матери. Матери, где дети? А вот английский пап. Что 10 евро? И у меня чуть камера из рук не уйдет. Витас плюс. А, ценник. У нас же все включено. Классно как вообще. Не, ну в целом неплохо. Халочка. Халочка, интересно. Галочка, а халочка. А вот это еще тут вкусное пиво Мёрфис есть. Вот это пиво вообще. Надо брать. Надо брать. Ой, они шоколад выбирают, надо есть. Надо идти быстро, есть шоколад. Они убирают его прямо. Вот люди идут, шоколад есть. Все в разные стороны. Что-то пьяненький такой. Ой, хорошо-то как. Слушай, ну сытый вообще капец. Так много съесть за короткий период времени вообще невозможно было. Ой, а поснимать вот так вот. Просто жизнь. Ну так жизнь просто идет, неспешно, не спеша. Хорошо. Пойдем, может, на шоу посмотрим какое-нибудь или что. Может, детей поищем? Дайте себе родим задачу, цель. Найти детей. А мы можем Маришку найти по браслету. Ну это же прикольно. А найдите нашу доченьку. Вот она тут, на там, 19-й палубе, там вот, на дискотеке. Она Ну, она же по себе его держит. А мы здесь можем заказать алкоголь? Галя, нет, у тебя безграничные возможности. Которые входят в стоимость нашей карты. А-ля карт. Ты что, снимаешь что-нибудь? Конечно. А что, нельзя? А, давайте найдем дамскую комнату. Ну, я бы мужскую поищу. Ladies room. Я знаю, где что есть. Пойдем пахнем напитков каких-нибудь. Чего это? Чего мы здесь сидим и не пьем ничего? Почему? Если честно, во мне столько коньяка, что он булькает уже. Хорошо, что здесь есть хотя бы хорошая пиво. И хороший коньяк. Да. И, кстати, виски отличный во мне зашел. Спа. Так. А массаж же ты купила себе еще там бешеный какой-то, за бешеные деньги. Бачата. Хорошие бачата. Пиво
Он, вот сидят люди, отдыхают. Какая прекрасная пара. Надо тоже идти куда-нибудь отдыхать. Такие лондонские натюрморты. Отлично. Что великолепно. Мягонько так прямо идешь. Так, мягонько. Мягонько. Это мы на 7 уровне. Че, пойдем в казино? Пойдем в казино. А где казино? Там были. Были. Но мы же не играли. Пойдем поставим. Я на рулетку же свою поставлю. Я в казино. Там две женщины инвалидов, Наташа. Оставлю. Я не могу туда зайти. Я не инвалид, не женщина. А там он есть для мужчин инвалидов. Вон там. Я не инвалид, но я мужчина, да. Ну, можно попытаться. Я не хочу выдавить петлюшечку. Знаешь, все лучшее во мне. Мне даже жалко отдавать обратно, вот, что во мне уже. О, 12 градусов у нас за бортом. Или за бортом. Как правильно-то? О, МСС, Аурел, СПА. А что, СПА хорошо? Кэсси? Hello? Прикольно. Кайф. Лифтов вообще тут 6 штук. Едь куда хочешь. Ой, ехать никуда не охота. Попил, поел. Я уже 5 раз тут поел. Hello? Кайф. Австрийский вальс. Шопен. Любит у них бутик. Всякие лакшери. Хорошо, как. Шепард.